Степа, чего тут? Тебя маленький. Ой, туч, да ладно меня кусать-то. Чё ты, да что ты? Ты лапу поднял. Смокинг, а? Ты посмотри на себя, Харри, а? Да вот у тебя. Степан, ты чё такой злой? Ты мячики не можешь достать, да? Их из люка. Ой, мяу. Лапкой мне бить, да? Сейчас я зуб бучитель. Райса. Ты будешь чистить. Мяты намажь и чисти ушной палочкой. Ой, этой капли там какие. Валерьянкой. Что ушной палочкой точно. А уж чем там мажут? Ох ты, зверюга, ты ужасный, а? Тучненький. 7 килограмм живого веса. Килограмм мяса, 6 килограмм ума. Ох ты. Ты зачем это расковырял всё? Да, взломали. Мы тут успокоились. Мы тут лежи. И эту шу прикинулись. Ушастый, а? Вот ты что противный, а? Стёп, давайте я мячик достану. Все, взвалил. А уж синий-то как тут оказался, большой. Угу. А маленьких-то уже нет, что ли? Не знаю, нет. Скорее всего, нет. Чё-то блинчик. Чё-то блинчи, это один какой-то. Все раскатал, да? Ой, бедный кот, а. Куда дел? Нет, два, а. Ой, 7 килограмм продавило. А куда третий-то дел? Олух. Нет, все три в наличии. Это у нас такой тут лапкой мы выдирали, да. Игруны. Но эта штука 7 килограмм не предусмотрена. Совершенно. А? Там котята вообще на фотке. Ты что меня лапкой бьешь, а? Ой, дурилка картонная, это я тебе. Грустишь, целый день нагрустел. Так, спать можно тоже грустить. А он ноги сделал тучный. Степа, я что-то бегать за тобой должен. Бедный хозяин, а?
Его тут уже и нету. Вон ты где. Лови его. Сидишь, грустишь, ой, маленький. Сельчак. Эй, лапой-то, когтями-то. Да что ты... Игрун.